Добрый вечер. Вот так я играл до курса. Но стоило мне записаться на курс Poker Pro, как я за месяц научился играть не как профессионал, но существенно вырос уровень примерно вот такой. Вкратце обо мне, меня зовут Максим, я сейчас учусь, играю в покер с 15 лет на условные фишки, решил начать, так скажем, более осознанный покер играть где-то уже с 18 лет. Я пошел играть уже на реальные деньги. Сначала играл я NL2, потихоньку поднялся до NL5 и решил записаться на курс Pokerability, потому что я увидел очень много хвалебных отзывов о том, как люди действительно поднимались на лимиты выше. В целом я получил очень огромный поток информации, который сейчас нужно разжевать и при этом начать применять и улучшать в своей игре. У меня сначала не очень получалось, потому что у меня начались проблемы с виндой, я не мог hand to note скачать, пришлось персональ винду, в итоге я залез как-то поздновато. В целом я не жалею, тем более учитывая тот факт, что я выиграл в конкурсе курс. Скорее всего, не буду останавливаться, буду продолжать держать свой темп. Из плюсов это, естественно, префлоп-чарты, это готовые линии игры, это, в принципе, концепция игры на микролимитах, которая позволит вам играть в плюс. Из минусов, наверное, могу отметить только сайт, который иногда вырубается, а нужно делать ДЗ, ну это вообще пиздец, пацаны. Сайт, конечно, иногда меня удивляет. Но в целом, конечно, все на 7 из 10. Желаю всем удачи, записывайтесь на курс Poker Pro.